Для централизованного размещения учебных материалов, по которым студенты могут обучаться дистанционно, создан ресурс source.unn.ru. Преподаватели имеют доступ по своим корпоративным логинам и паролям. Если вы забыли свой логин или пароль, вам нужно обратиться к ресурсу login.unn.ru. При входе на сайт вы автоматически попадаете в раздел «Загрузка учебных материалов», где вам необходимо выбрать учебные группы и дисциплины, которые преподаете в этом семестре. После того, как вы выбрали факультет или институт, уровень образования, направление подготовки, курс и нужную группу, выберите дисциплину, по которой вы хотите загрузить учебный материал. Материалы для загрузки могут быть двух видов – файлы и ссылки на внешние ресурсы. Каждому материалу вы можете оставить комментарий для студентов. Если вы ошиблись и выбрали не тот файл, в любой момент вы можете удалить и загрузить новый. Все материалы, которые вы загрузили для указанных групп по указанным дисциплинам, будут отображаться у студентов этих групп в личном кабинете в разделе «Материалы для дистанционного обучения».